Творческое объединение «Шаурма», «All Night Ru», «Эстоник» представляют «Луноход ТВ». Событие космического масштаба. Я Митя Морозов, мы находимся возле клуба «Рок Сити», где сегодня празднуют свою годовщину замечательное творческое объединение «Beats on Fire». Самые скандальные подробности празднования дня рождения вы сейчас увидите. Будущие мамы! Будущие мамы! Двигайте телами, что там дальше? Не знаю! Дамы и господа, это программа «Луноход». У нас безумная фанатка «Beats on Fire». Она готова признаться в любви любимому коллективу. Официально признаюсь в любви «Beats on Fire» и заявляю. «Beats on Fire» продвигает в массы культуру, они позволяют детям лучше учиться. Дети становятся послушнее, когда смотрят на их выступления. Они бросают пить, курить. И такой... Скажи, я люблю жизнь. Бимов, в общем, год «Beats on Fire». Новый год! Я Новый год! Я теперь буду ходить в черном! Мы идем с вами одной грустной тропой, ребята! Бля, он нормальный вообще, нет? Давай с Толей поговорим! Анатолий, вот годовщина, Beats on Fire. Вот ты как бы рад? Да, я рад. Очень. Толя рад! Скажи, я люблю жизнь. Мосс, годовщина «Beats on Fire» — это как раз тот срок, чтобы подвести первые итоги. Так кто у вас там все-таки пидорас? Я пидорас. «Луноход ТВ». Событие космического масштаба.